Универ Ньюс проводит кастинг новых ведущих. Студенты Казанского федерального университета собрались, чтобы попробовать свои силы перед камерой. Кастинг посетили студенты самых различных направлений. Их цель – попасть на телеэкраны. Я считаю, что это уникальная возможность научиться работать на камеру, а также я хотела бы стать частью такой большой и крутой команды, как Универ ТВ. Я думаю, это прекрасный опыт. Просто прийти, попробовать, поучаствовать. Каждый из них должен пройти небольшое испытание, представить себя в эфире и показать свои навыки работы в кадре. В основном претенденты отвечали на вопросы, а также записали стандартное приветствие программы «Универ Ньюс». Студенты отмечали, что кастинг – это хороший опыт для тренировки своих навыков. Мне кажется, что это очень интересная, ну, как бы профессия и работа в плане того, что мне, как юристу, в дальнейшем очень важно правильно и грамотно разговаривать и не бояться публики. И именно поэтому я хочу, благодаря студии Универ ТВ, научиться этому. Большая часть пришедших на кастинг уже имела предрасположенность к работе в кадре. Студенты работали в театре и кино, участвовали в пресс-конференциях и прочей деятельностью, связанной с кадром или сценой. Поэтому пройти испытание было для них легкой задачей, ведь накопленный ранее опыт способствует этому. Результаты кастинга будут опубликованы в группе канала Универ ТВ в социальной сети ВКонтакте. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.